всем привет, с вами Страдиул. Сегодняшнее видео будет, наверное, немножко нестандартным, как вы, наверное, уже поняли по названию, собственно говоря. Я, на самом деле, не знаю, с чего нужно начинать и чем нужно заканчивать такое видео, но мне просто, знаете, я создавала этот канал, чтобы делиться своими впечатлениями, своими какими-то жизненными достижениями, да, или просто тем, чем я занимаюсь каждый день со своими друзьями. Это вы мои друзья, и поэтому я решила, что поделюсь с вами сегодня какими-то мечтами, которые у меня осуществились в 2014 году, вещами, я не знаю на самом деле, о чем я сегодня буду говорить. Я просто, я не репетировала ни в коем случае, да, я просто, знаете, хотелось поговорить вот так вот просто по душам, и поэтому сегодня и сейчас я записываю это видео для вас. Сразу нужно сказать, что такой дисклеймер, я не пытаюсь хвалиться ни в коем случае, ничем абсолютно. Я не думаю, что мои достижения какие-то там такие грандиозные, великие. Я знаю, что люди добиваются гораздо-гораздо большего и за гораздо меньшие сроки. Но для меня все то, что случилось со мной в этом году, имеет очень большое значение. Для меня это много. Для меня это чересчур много. Это больше, чем о чем я мечтала, да, больше, чем то, что о чем я мечтала. И не знаю, в общем, сразу хочу сказать, если вы очень отрицательно относитесь к людям, которые говорят там, вот, я купила вот это, сходила туда-то, то выключите это видео и просто не смотрите. Вот. А для остальных же, наверное, хочу сказать, что сразу, что 2014 год был офигенным годом, ребята, на самом деле. Я просто сейчас, знаете, смотрю назад и понимаю, что, блин, столько всего со мной произошло, и хорошего, может, чего-то плохого, но хорошего гораздо-гораздо больше. То есть, я не знаю, может быть, потому что я такой человек, и я, знаете, я радуюсь каждым мелочам. То есть, мне для счастья много не надо. Я с утра встала, на улице солнце, да, и у меня улыбка вот просто до ушей, и меня всегда спрашивают, ты чего улыбаешься, ты чего смеешься, как глупо. Я говорю, ну, не знаю, просто у меня хорошее настроение. То есть, я, не знаю, буду сидеть в поле под солнцем, да, там читать книжку, для меня это счастье и просто рай. Для кого-то счастье, это может быть там миллион долларов, да, то есть, может быть, в этом разница, не знаю, но, в общем, наверное, просто, знаете, с самого начала этого года как-то все вот так вот начало складываться, знаете, в одну такую линию ясную, четкую, да, то есть вещи как-то вот, которые я хотела, не знаю, достичь, да, там цели какие-то мои, начали вот так вместе все складываться. Во-первых, я закончила университет. Не знаете, в свое время мне пришлось просто поставила перед собой такое решение, да, знаете, мне пришлось, наверное, принять, скажем так, решение, да, остаться здесь, в США, с человеком, которого я люблю, или поехать домой и доучиться в университете, да. Понятно, что университет — это не единственная вещь, которая меня туда тянула, которая меня там держала, но как бы это было, знаете, такой большой частью моей жизни в свое время. И я решила, что, блин, знаете, счастье свое личное, да, оно стоит гораздо больше, чем какой-то универ, чем какой-то диплом. И то есть я решила остаться здесь и доучиваться как бы заочно, да, то есть я, ну, говорю, ну попробуй, если не получится, ну что ж теперь. То есть я отучилась 4 года в университете, 2 последних года я летала из Америки 2 раза в год, ну, грубо говоря, да, раз в 6 месяцев, чтобы сдать экзамены. Вот, и в этом году, этой весной, я наконец-то выпустилась, я сдала все экзамены, я сдала госэкзамен, писала диплом, и та-дам, специалист. Училась я на факультете иностранных языков. И знаете, для меня это большое достижение. То есть для меня факт, что мне, знаете, я все-таки решилась на это, что я летала все эти месяца, да, там вот эти последние 2 года, что я учила, да, сама что-то где-то догоняла. И все это сдалось, закрылось. Просто факт, что, наверное, я, скажем так, не сложила руки, да, не опустила вот так вот руки и просто не бросила все это дело, а доучилась. Не знаю, в принципе, мне этот диплом, конечно, совершенно не нужен, вот, как и многим студентам российским, но как-то не знаю, просто я счастлива, что университет закончился, и вот 2014 год, наконец-то, уху, выпуск. Спустя 6 лет я выпустилась из университета, да, большая такая вещь, которая, знаете, для меня большой имеет значение, я 33 раза сказала слово большая, но ничего страшного, вот. Во-вторых, я получила повышение, то есть для меня это было очень-очень важно, чтобы, знаете, находясь здесь, в чужой стране,
Я понимаю, что я не работаю по специальности, да, что я там не какой-нибудь юрист или врач или еще что-то. Я лингвист, да, и я не работаю по специальности, потому что как бы, не знаю, как-то смысл даже никакого-то не имеет, да, в себе работать здесь по специальности, английский язык. То есть дети, мне кажется, в детском саду английский знают лучше, чем я. Вот, и я устроилась в Walgreens, да, то есть аптечная сеть самая большая в Америке, и я работаю, ну, сейчас, в данный момент я менеджер, да, то есть я получила повышение, я стала менеджером, а у нас несколько категорий менеджмента, я shift lead, то есть как бы начальник смены, можно по-русски так примерно сказать, вот, то есть для меня это было большой целью, большим таким, знаете, goal, да, как тут говорят в Америке. Я очень хотела этого, я, то есть, знаете, мне, в принципе, не то, чтобы там, да, важно, да, там, менеджер, ты директор магазина или еще кто-то там, это просто, наверное, как для самоутверждения, то есть, мне важно было доказать всем, что я могу, то я могу заниматься, да, брать на себя какую-то ответственность, вести за собой людей, что я умею, и оперировать, да, вот этой всей аптекой сама по себе, что мне не нужна ничья помощь, и что я знаю английский достаточно, наверное, хорошо. И, в общем, знаете, не знаю, просто как-то вот это вот на каком-то моральном уровне мне это было важно, мне это было нужно, и я вот это доказала сама себе и всем остальным, потому что, знаете, мне все равно, люди, конечно, может, и не говорят всегда, да, но все равно видно, что иногда люди думают, что, ну, вот, там, из России, да, чего-то там, ну, ой, подумаешь. Вот, мне кажется, они просто думают, что я не могу. А я очень, знаете, какой человек, я люблю соревноваться, я люблю всегда быть права, я люблю всегда все свое доказывать, показывать людям, что я лучше них даже, может. Это сейчас очень эгоистично звучит, но да, я такой человек. Вот, и мне это было важно, и это было большой целью для меня, и я ее достигла. Сейчас я, кстати, опять же, в 2014 году я пытаюсь получить еще одно повышение на стажера замдиректора магазина или аптеки, да, неважно. Я сдала экзамены, я сдала математику на английском языке, что мне это тоже очень важно, потому что даже не математику, а скорее всего это как финансы, потому что там больше идет на расчет, перерасчет, вот, и прошла интервью, вот сижу, жду результатов, в феврале будет известно точно, получила я место или нет, вот, но как бы, знаете, то есть, я не знаю, просто, может быть, вот не все, наверное, так реагируют, просто какой-то, знаете, наверное, такой совет. Я этот канал вообще всегда создавала, вначале создавала для того, чтобы делиться с вами не только впечатлениями, но, наверное, каким-то своим опытом и вдохновлять людей на какие-то новые достижения, на какие-то, знаете, порывы, начала жизненные. Знаете, ребята, просто ставьте перед собой какие-то маленькие цели. То есть не нужно мечтать вот о каких-то огромных вещах, нужно еще мечтать уметь о каких-то маленьких вещах, которые, знаете, потом вот достигаете каких-то маленьких целей, да, у вас будет какая-то огромная такая, знаете, большой такой огромный пузырь, да, всех этих маленьких достижений, будет наполнен этими маленькими достижениями, и вы потом просто так оглянитесь назад и поймете, что, блин, я столько всего преуспела или преуспела, да, я столько всего достигла, и как же это офигенно. И повышение должно быть одним из, наверное, таких маленьких пузырьков в вашей жизни, которые нужно обязательно достичь. Просто чисто, чтобы доказать себе. Да если вам даже это вообще не нужно. Это весело, на самом деле. Это весело доказывать всем, что вы что-то можете. Еще одна важная вещь, которая со мной случилась в 2014 году, это я купила свою первую машину. Знаете, я 6 лет хотела Камару. То есть не обязательно Камару, честно сказать. Я хотела как бы American Muscle Cars, да, то есть американский мускул, то есть такой, знаете, у меня был такой порыв водить всегда, то есть я вот сколько себя помню, да, я лет 6 точно, я даже в Барби в детстве не играла, я всегда играла в машинки, мне хотелось водить машину, вот, и хотела себе, знаете, такую, и мне всегда папа, помню, как-то раз спросил, типа, ну что, вроде вот из университета выпустишься, какую тебе машину будем покупать? Я такая, ты что, мой, не надо мне ничего покупать, я сама себе куплю, да, то есть такая, знаете, сама себе куплю, вот, и папа такой мне вроде, ну вот, там у нас есть там 14-й, да, там еще какие-то десятки, ну, в свое время, да, и я такая, зачем мне нужна, я не хочу. И говорю, я себе иномарку куплю. То есть такая, и папа, помню, мне сказал такой, типа, блин, ну ты вообще вроде чего так сидишь, задираешься, ну, да, вроде на иномарку знаешь, сколько денег надо. Ну, то есть, знаете, папа мне так, знаете, так
отрезал сразу, только вроде типа нужно знать свое место, как бы. Может, так грубо, но как бы. Я, знаете, на ту минуту задумалась, думаю, блин, правда, что зачем я, ну, как-то грубо, наверное, да, я перед папой так вот, и вот. Но мне мама всегда говорила, типа, мечтать нужно, знаете, так масштабно, скажем так, да, почему бы не мечтать? И я вам, знаете, ребята, хочу сказать, что я живой пример того, что мечты материализуются. И я не одна такая, таких людей полно, которые мечтают о чем-то, знаете, сокровенном таком, для них это очень-очень важно. Пусть это, я не знаю, настольная лампа какая-нибудь, да, или машина, или квартира в Москве, что угодно. Люди мечтают, люди к этому как-то идут, пытаются, да, где-то барахтаются, и в итоге это все к ним приходит, мечты материализуются. И вот так получилось, наверное, в моем случае. Я, знаете, как-то всегда хотела, но я всегда понимала, что у меня никогда не будет вот этого, да, American, там, American, сейчас очень такой акцент был, American Muscle Car, да, что у меня не будет, как-то, ну, не знаю, хочется, да, но понятное дело, что в России купить там Camaro, вот этот ZL1, да, который у меня сейчас, их даже еще не продают, то есть дилеры их даже еще не поставляют, то есть, понимаете, знаете, как-то такой мечтаешь, но осознаешь, что как бы тебе не светит. Вот, и у меня было такое дело, но я мечтала, наверное, больше, чем осознавала. То есть я всегда, ну, блин, все, не хочу ничего слышать. Я всегда себе как-то говорила, что меня не волнует, что говорят другие. Меня не волнует, насколько плохая у нас может быть там жизнь, да, в каких-то аспектах в России, там, что у нас может какой-то недостаточный заработок, что рабочих мест может не так много. Но я знаю, у меня будет. То есть просто вот так вот отрезала все, и все, у меня будет. Заткните все, я не хочу никого слушать. Вот, и это на самом деле мне, наверное, очень сильно помогло, что я в этом году, то есть нам, мне было нужно принять такое решение, что как бы я только что получила повышение, да, и у нас какие-то другие еще цели, да, на мелочи жизни, то есть у нас страховка, не знаю, еда, бензин, то все. То есть, ну, обычно какие-то бытовые вещи, да, бытовые какие-то проблемы, на которые тоже нужны деньги. Но я, знаете, как-то мы так говорили с Боем, мне просто очень повезло, что он меня тоже поддержал во всем этом деле. И мы так решили, что, вернее, наверное, больше я решила, что я смогу. То есть мне было важно доказать самой себе, что я могу. И я честно плачу за машину сама. То есть, ну, в смысле, как сама? У нас все, конечно, все равно семейное, да? То есть он там за дом отдает там или за что-то, я плачу там за машину. Но мне, для меня важно, чтобы деньги на машину уходили именно с моего аккаунта. То есть именно с моего чека, да, вот зарплаты моей уходили деньги на машину. То есть что это моя машина, я ее хотела, я была инициатором покупки, и я ее купила, да, и я за нее как бы плачу. То есть, понимаете, какие-то такие маленькие, опять же, цели, да, опять маленькие какие-то вещи мне придают уверенность, и, не знаю, я чувствую себя более такой ответственной, во-первых, да, то есть я именно, я вот такая взрослая, ответственная тетка, то есть я работаю, я зарабатываю на свою машину, я купила машину своей мечты, и вот она у меня есть, и я за нее плачу, и никто мне в этом не помогает, по сути дела, да, и, не знаю, то есть для меня это важно, и вот с 2014 года я очень-очень благодарна вот именно вот за то, что вообще у меня есть эта машина теперь, да, я ее, конечно, ну, просто не знаю, у меня даже слов на самом деле нет, и я... Да, мечты материализуются. Главный смысл. Мечты материализуются, и всегда верьте в себя, и никогда, ребята, не сдавайтесь. Вот. Во что бы вам это ни стало. Ну, у меня есть отдельное видео, я когда купила машину сразу же, тоже об этом говорила. Я оставлю ссылочку под видео, если кому-то интересно, обязательно посмотрите. Вот. Что еще? Кстати, наверное, сразу нужно отметить, простите меня за мой внешний вид. У меня красное сейчас лицо и щеки, и вообще все тело что-то краснеет. Мне просто, я болею, у меня... Простуду, наверное, переходит в грипп, и я очень себя плохо чувствую. Опять простуда на губах вылазит, и вот синие у вас на камере, наверное, вообще очень сильно видно сейчас, если такое. Вот. Жизнь не так, на самом деле, темное такое пятно. Ну, в общем, просто хотела отметить, чтобы не думать, что я... Вот. Я просто очень-очень плохо себя чувствую в данный момент. Еще одним важным моментом в 2014 году для меня стали, наверное, поездки. Я, знаете, я люблю путешествовать, у меня мечта просто объездить весь мир. И в этом году я хочу сказать, что я много где побывала, да. Пусть это какие-то не грандиозные поездки, то есть, опять же, совет, научитесь радоваться мелочам. То есть для меня, например, да, съездить, как я уже, наверное, 100 раз говорила, в соседний город, это
большое путешествие. Для меня это просто событие, я этому радуюсь, я к этому готовлюсь, я вся переполненная, глаза сверкают. Путешествие это, для меня это просто, соседние улицы, это уже свое какое-то, собственно, такое путешествие. Вот. И в этом году я побывала, знаете, довольно-таки в многих местах, я хочу сказать. Я, во-первых, летала домой, да, чтобы выпустить из университета, я была 2 месяца дома, и я очень благодарна этому году за эту возможность, что я побыла дома 2 месяца с родителями, с семьей. Я потом, где я еще была, я поехала в Сан-Франциско. Я люблю этот город просто до безумия. И знаете, это было просто путешествие жизни. Вот просто, знаете, я так... Не знаю, я каждый раз, вот, когда я там нахожусь, с каждым часом я все больше и больше влюбляюсь в этот город. Просто. И я очень-очень благодарна вообще за такую возможность. Опять же, этому году, да, потому что, знаете, эти поездки вдаются компании родителей. И каждый год они меняются. То есть в один год они едут куда-то в теплое место, например, там Багамы, Карибские острова. А на следующий год они едут в холодное место, так сказать, например, там Вашингтон, Нью-Йорк, то есть куда-нибудь в США. Вот. И в этом году холодным местом получилось вот Сан-Франциско. И никто не хотел ехать, я поеду, можно. Вот. И вот я там оказалась. То есть просто я настолько счастлива, знаете ли. Ой, я не передать словами просто. Мне вот эта поездка, впечатление, конечно, от нее осталось просто вот на всю жизнь. Там же в первый раз в жизни я побывала на лайнере. То есть у нас был ужин на лайнере. Ну, в видео потом все это увидите. И, в общем, я никогда в жизни не плавала в океане. Прям вот чтобы, да, вот плавать в океане. Вот, я первый раз попала в океане и побывала на огромном лайнере, и просто, знаете, я говорю, впечатлений не передать, конечно. Также я побывала в Хьюстоне, наконец-то, побывала в Теннесси, побывала в Мемфисе, в Нэшвилле. Я очень благодарна этому году за все эти поездки. Еще одна поездка была, я еще кое-где побывала, посмотрела, что для меня было очень важно. Но об этом я говорить не буду, я вам потом видео покажу. Обязательно будет видео. Вот. И что еще? Концерт. Я побывала на первом в своем жизни концерте. На первом в своей жизни концерте. И это One Republic. То есть просто... И знаете, у меня просто эмоции, конечно. Не знаю, я вот только вчера сидела, пересматривала видео, я сидела, плакала, потому что мне, знаете, настолько мне это просто передало каких-то, знаете, таких вот впечатлений, да, дало, и эмоции, что не описать. И потом еще я побывала на Комик-кон, да, я увидела Нормана Ридуса, что просто тоже вау-вау-вау. Еще я на день рождения получила в подарок билет на кон с дневниками вампира в следующем году, то есть... Это как бы за 2 года сразу радость мне Игорь придал. То есть и в этом году я уже порадовалась за это дело. И в следующем году в августе буду радоваться, как маленький ребенок. То есть, знаете, просто не знаю. Как-то вот и я нашла много друзей в этом году. Знаете, пусть даже не таких близких друзей, какие у меня были там в России, да, еще что-то. А, к сожалению, я потеряла свою лучшую подругу. Мы после 19 лет общения человек просто, скажем так, меня променял на молодого человека. И, знаете, я не боюсь об этом говорить на камеру, потому что она со мной не общается, да, она мне не звонит, она удалила свою страницу, поменяла номер, в первый раз в жизни поменяла номер, потому что он ей запрещает родителям общаться. Я очень надеюсь, что это видео до тебя дойдет. Я очень надеюсь, что кто-нибудь тебе это передаст, потому что, знаете, мне больно, я скучаю, и человек мне просто, знаете, как родная сестра, и... Не знаю, я, наверное, такого не ожидала. И я просто нет слов. И хочу сказать, цените друзей. Я все равно ее люблю. Она прекрасно знает, о ком я сейчас говорю. Если вдруг смотришь это видео, знаешь, что я тебя все равно люблю, и я по тебе скучаю. Но я на тебя просто в обиде не передать. Во первый раз в жизни вообще с этим человеком ссоримся, поэтому, знаете, для меня это в моей голове это просто не умещается. Знаете, но зато я приобрела друзей здесь, в США. То есть люди, знаете, я стараюсь знакомиться со всеми, я вообще очень общительный человек. Мне интересно общаться с новыми людьми. Пусть даже на 5 минут мне как-то, не знаю, мне это доставляет удовольствие. И я нашла людей, знаете, я поняла, что здесь есть несколько человек, которые на самом деле меня считают другом. И я очень-очень счастлива, потому что, знаете, находясь в другой стране, сама по себе, ну там есть у меня муж, естественно, его семья, но это все равно не то, потому что муж он муж, да, семья его это, ну, его семья. А вот друзья, люди, с которыми можно просто дурака повалять, это совершенно другой, да, уровень, как бы.
Вот. И наконец-то могу сказать, что у меня здесь есть люди, которые, знаете, которые друзья. Вот. И за это я очень благодарна 2014 году. И не знаю, ну, наверное, на это я закончу с видео, потому что, знаете, вот эти моменты просто хотела с вами поделиться, как с своими друзьями, и, наверное, просто сказать, ребята, всегда верьте в лучшее, всегда планируйте что-то, всегда мечтайте о чем-то, идите к своей цели, к своей мечте, обязательно у вас все сбудется, я очень надеюсь, что у вас все сбудется просто, о чем вы мечтали, все самые заветные желания в 2015 году, когда не сдавайтесь, мечты материализуются, поверьте мне на слово, мечты материализуются, цените, любите своих друзей, семью, ребят, в любом случае, огромное вам спасибо, что вы со мной на этом канале. 2014 год был офигенным годом, я очень благодарна ему еще и за вас, за то, что вы здесь подписаны на меня и смотрите мои видео, не знаю, слушайте мой бред. Вот. В любом случае, огромное вам спасибо, счастливого вам Нового года, ребята. Давайте, загадывайте желания, пусть они у вас все сейчас сбудутся. Я вас всех люблю, всем пока!